У нас жара прям опять. Сколько, Саш? 35. 35 градусов. Сколько? 11, 19, 20 минут 12. Едем домой. Полный багажник у нас. Наших всяких боеприпасов, выращенных. Теперь Ирина Викторовна, на 3 дня надо будет, да, Саш? Банки-то взял? Банки взял, Саш? Взял. Сынок, помощник стал взрослым. Самое главное, чтобы удержал эту штуку. Так вчера хорошо покупались. Ну, нам обещают первую половину августа всю такую горячую еще покупаемся, съездим. Да, Димань? Что? На речку еще съездим? Нет. Съездим. Не хочу. Да не сегодня. А, не сегодня. А я бегу в аптеку Алию. Можете себе представить? Нигде нет моих таблеток. Сегодня позвонила в Алию, она говорит, есть. Даже в аптеке Ру нет. Вот бегу. Посмотрите, красота какая, да? Ухаживает. Жара у нас невыносимая. Сегодня обещали 39. А потом на спад пойдет потихонечку температура. Сегодня 3 августа. Олежечка, если ты смотришь мои видео, с днем рождения тебя, дорогой братик, который проживает в Санкт-Петербурге. Всех тебе благ и здоровья в первую очередь. Я тебе еще так позвоню. И у родного моего брательника день рождения. Какой бы он ни был, пойду поздравлю. Брата поздравила. Пришла домой чуть живая. Приняла душ, полежала. Вчера вот законсервировала еще огуречки с помидорками. Огуречки заканчиваются, поэтому... Ой-ой-ой. Слышите? Воздух из банки выходит. Мне кажется, эту банку надо поставить в холодильник. Наверное, так и сделаю. Здесь я уже подготовила для будущей закуски такой 400 грамм неочищенного перца горького острого. Здесь уже начистила я 400 грамм чеснока. В неочищенном виде все взвешивала. Сейчас буду взвешивать перец. Видите наши заготовки? Видите наши выращенные продукты? Все это переработать надо. Помидоры. Груши вот полная была, да. Вчера мы очистили, сейчас варенье варю. Уже второй раз закипятила. У меня на канале есть рецепт, как я варю грушевое варенье с апельсином. Вот орлиное сердце, девочки. Хорошие помидорки буду сажать и на следующий год. Это вот Татьяна мне дала полосатики, попробую. А это все вот орлиное сердце. Не буду сажать... как называется, малиновый слон. Не понравился вообще. Так что помидорки уже дошли. Сейчас буду взвешивать перчик. Мне нужно 2 килограмма неочищенного перца. Неочищенного. Ставлю себе вот кино на Иве. И потихонечку работаю. Здесь у меня уже 2 раза закипятило варенье. Грушевая с апельсином. Кастрюлечку поставила. Сейчас буду пропускать. Всю закуску буду делать. Закуска по рецепту Дины. Коллекции рецептов. Не обязательно внизу напишу. Там, где подсмотрела этот рецепт. Ну и оставлю. Буду пропускать все. Горький перец. 400 грамм в неочищенном виде. 400 грамм чеснока в неочищенном виде. По рецепту идет 2 килограмма помидор в неочищенном виде. У меня в очищенном виде 2 килограмма помидора. Я по-своему немножко сделала.
А здесь у меня 2 килограмма неочищенного перца. У меня в доме как раз было ровно 2 килограмма неочищенного перца. Значит, вот я его очистила, здесь уже получается меньше 2 килограмм. А помидорки я взяла чуть побольше. Вот это сейчас я все пропускаю через мясорубку. Шуметь я не буду, потому что машина зверь. Начинаю с чеснока, горький перец, потом болгарский и в конце помидоры. Смотрите, сколько получилось и какая получилась. Это из-за того, что у меня томаты такие, прям вот достойные томаты, такие они, как сказать, мясистые. В общем, перемешала. Вот такая густенькая она. Что мы еще теперь добавляем? Смотрите, здесь у меня 100 грамм соли. Каменная соль у меня, добавляю. Здесь 150 грамм сахара. И 100 миллилитров 9% уксуса. Так, все перемешиваем тщательно и ставим на огонь. Варить будем мы после закипания, как автор говорит, нужно так сварить, чтобы отслоение произошло. Густота опустилась на дно, а сверху появилась водичка. Ну, в общем, занимает по времени от 20 до 30 минут. На это будем и ориентироваться. Пока это все будет закипать у меня и вариться, я приготовлю банки. Банки помою с содой и простерилизую в микроволновке, чтобы они были готовы. Вот, так что кобра почти готова. Первый раз готовлю такой рецепт. Повторяю. Если понравится, возьму к себе в капельку. Стерилизую баночки. Вот так вот наливаю водички. Закрываю. Кипит потихонечку. Она не остановится. Смотри кино по Иве. Вот так выглядит. Одну баночку налила. Наливаю другую. Ссылочку я вам под видео оставлю на хозяйку этого рецепта. Я думаю, что это несложный рецепт. И надеюсь, так же вкусно будет, как и легко готовить. Наливаем прям до самых краев. Закатываем ключом. Вот видите, сколько получилось? 4,5 литра.
4,5 литра. И немножечко вот здесь осталось у меня. Попробуем. Пол-литровую банку не нашло. Останется нам на пробу. Попробуем, если понравится, еще сделаем. Укутываем. До завтра.